Внимание! Хорошо! Привыкла тело к звуку. И пошли. А ты музыку будешь делать? Молодец, на спинку. На спинку, ребят, на спинку. Танюша, ручки по вам. Слушайте, прикольно. А нет, смотрите, думаю. Просто так мы и ориентировали мастер. Переходите на ножки, прямо расслабляясь, да? А я для чего? Я видела, как он стоит на скоку. Давай, давай, не будем. А по стопам вообще вела. Да. Вы помните, что кончится не бьем. Правильно, молодец. Максим, прикрепляйся, прикрепляйся. Так, входит, становимся правильно. Стойте. И тренируем отработку. А теперь аккуратненько переходим на другую технику. Пошли. Соскок. А, больно. Ага, говорим, говорим. Да. По плотным мышцам мы можем каких-то коллег пролить более жестко, а таких как Танюша аккуратненько по мышцам пробивается вибрации, рефлекторного воздействия, резонанса. Кто это так меня бьет? Наверное, я. На попе кто сейчас? Я. Отлично, пошли. А теперь вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Побогать хочет, сильных воздействий нет. Поставить правильно венчики, вот. Вот. Сильнее машешь. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Я говорю, потому что я знаю. Когда с другой стороной туда попадает эта мама. Так, ощущение, да? Да. Прикинь, необычное. Да, необычное. А теперь заключительная часть. Расправили веер. Веер расправили. И пошли. Пошли, пошли. Молодцы. Дальше продолжаем. Продолжаем. Быстро входим, чтобы я могла подойти. Это только фрагменты. Фрагменты. Бамбуковые сетки. И очень важен вот этот релакс, да? Ты чувствуешь, как он приятный, необычный? Молодец. После этого мы помним же. Успокаиваем, успокаиваем. Проходим, проходим. Макс, ты не впереди. Чувствуется, да? Медленно, 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 медленно. Медленно, медленно. Вот, да? Угу. Теперь мы ставим на колени. Тихонечко. На коленки ручки протягиваем. Максим, держишь. Вот. Таня, Маша. Медленно, медленно. Стоп, 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 стоп. Аккуратненько. Так, раз. Медленно, медленно. Пустяки, да? Хорошо. Макс, иди сюда. Таня, держи. Раз, два. Держи. Кушетку. Медленно. Вот. Видишь, Макс с тобой. Танюш. Чувствуешь, да? То, что тебе нравится. Вот так. Теперь становись на колени, на ручки. Кошечкой выходи. Вот. Становись, не отпускай, не отпускай, человек. Никогда, ребят. Теперь назад. 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 Медленно. Раз. Вот. Теперь на бочок. Сюда. Вот. И. Все, хватит. Медленно, медленно. Медленно. Ты говоришь стоп, если что. А ты здесь давишь.
все растягивается. Растягиваются мышцы. Живот. И живота, и пояса, и боковые. Живота, да, у меня уже слишком растянулись. Хорошо, хорошо, хорошо. Естественно, вы знаете все движения, упражнения, которые должны быть. Вот. Голова к тазу. Руки верни. Руки. Ага. Голова к тазу. А плечи и руки ровные. Ровные, на ровных руках. И тянемся спинкой к потолку. Вот, наконец. Так, молодцы. Теперь прогибаемся. Обратно. Мягенько. Не спеша. Аккуратно, животом вниз. Теперь присела. Присела. Вот сюда. Ну, мы так. Присаживайся. Так, еще раз. Сюда ко мне подошла. Ближе присесть. Присесть только на середину стола, чтобы мы все могли быть сзади. Ребята ко мне подошли. Нет, нормально. Или может мышцы зажили, которые стоят? Да, они уже даже расслабились, да? Да. Мы все делаем. Делай. Максим, нажми. Молодец. Вот Маша, молодец. Ты понимаешь? Маша уже вообще к концу дня. Руки ты чувствуешь? Да. Вот что я говорила? Да. Правду говорила? Да. Что можно, да, можно делать, это немножко объяснять, не скажи, навредить человеку. Правильно? Воздержала. Ну что ты, не чувствуешь силу в своих руках, что ли? Тебе поставили реально чуть-чуть. Она техника владела. Смотрите. Раз, два, макс. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, три включать. Вы еще не под два буквы. Раз, два, три. Раз, два, три. Слабее. Раз, два. О, макса хорошо, да? Угу. Так, отлично. Все понятно? И вдоль. Раз, два, три. Но не по стистым отростком, а вот именно. Стараний. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, пружинище такие. Даже не спеши. И погладим. Вот это то, что хотелось, да? Да, я прошу, я, наверное, поглажу. Потому что этого не хватает. Ну что, осчастливи мужчину. А ты, малыш, отдыхай. А я иду писать, а то у меня сейчас ничего не лопнет. В общем, ты все поняла, да? Поняла? Да. Ты заслужила. Я мы чем так же сделаем. Четыре руки. Удобно? Вот человек лежит. Чем? Своим желанием, своим присутствием, пониманием. Хорошо? Начинаем массаж с того, чтобы тело вот берешь, принесло руку по боку. Повыше возьми. Когда есть две веточки, два, можно друг от друга. Когда нет, наоборот. Так, раз, два, три, и раз, выходишь. Раз. Что надо отсюда. Вот этим духом мы наполняем. Поставили. Поставили. Легкие. Вот раз. Два. Вот раз. Два. Поняла? Раз. Два. А теперь помнишь, как на барабанах играет? Там. Ускоряй опять. Там. 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 Это не останавливается. Такое изучает разные ритмы и поверьте, скоро мы будем играть. Эти ритмы на волнах будет такая методика. Именно с определенными ритмами. Главное не палочками, не кончиками, а вот именно с этой средней практически. Максим, твое ощущение?
нормально, комфортно. После рабочего дня. Да? Расслабиться. Также масса головы. Комфортный, удобный. Особенно там, где большие мышечные массы. Прорабатывайте спине или по ногам. Это одежда. Переворачиваем на другую сторону, подключаем на кожу мышцу. Возьми на дельце колец, ставим в постели, распределили тело, чтобы чуть-чуть дальше действовали, чуть-чуть. Ну, больно? Ну, комфортно? Ну, да, нормально. Так, вот это мы видим, по костям идем. Что поможет? Внутренняя поверхность, мы знаем, что там что располагаются точки, зоны внутренних органов, рефлекторные, да, которые активизируют обменные процессы именно кишечника, печени, почек и всего того, что с этим связано. Боковая, внутренняя, внешняя сторона, внешняя, это наш позвоночник. Отлично. Можно раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Отлично. Берем обратно руки и пошли с этими же движениями. Прорабатываем. Хорошо. Можно взять две руки. Вот это. Нет, нет, не взять руки. Две руки просто. Там. Приятный, комфортный. Ну, так как у нас мозги сильные, крепкие, выносливые, мы сейчас вместе с ним будем делать маши. Приятная процедура. Да, Максим? Вот как чувствуешь, ощущаешь, вот как вот медленно и классно надо делать именно это. Да? Это вам методика, которая или в массаже, которая на будущее, тем, кто пойдет на этот курс, обучится ею в полной мере. Теперь также существует ионский массаж. Поднимаемся на коленки потихонечку, да? Как мы поднимаем. И опускаемся. Уже растягиваем. Или придержать, или чуть-чуть подойди сюда, чтобы не упасть. Скажи, чтобы она не перевесила. Вот. И растягиваем. Растягиваем. Раз, два, есть. Раз. Хорошо. Ручки. Вот так вот. Вот. Вот так обычно. Подняли. Хорошо. Вы даже чувствуете, да, тело? Приподнялись на руки, помогаете. Назад ножки. Назад ножки, а раз опускаем, да. Вот. Ставь сразу руку. Никогда не отходишь. Да-да, на таз опускайся. Всегда чувствуешь, нет, дай руку. Вот, ты поддерживаешь, ты как подстраховываешь его. Вот. Выравнивайся. Сможешь на локтях выравнивайся. Гибкость, видишь, какая? Да. Так, еще к себе. Вот, отлично ко мне. Вот так, хорошо, хорошо. Но не бросаешь резко, тоже медленно. Вот как вот берешь его, вот так и заканчиваешь. Угу. Отлично. Вот так, остановись на коленке еще. Опускайся. Вот, если ты одна, то на место. Раз, два, три. Отлично. Присаживайся, Максим. Заходи сзади. Присаживайся. Присаживайся на ягодицы, ножки спускай. Да. Обходи сзади. Поднимайся ближе. Вот. Остановись. Заканчиваем процедуру. Медленно. Это не то. Вот ты берешь тело, оно твое. Ты чувствуешь каждую клеточку. Вот, обволакиваешь его. Подойди ближе. Он не кусается. Хорошо. Так. О,
Вот, молодец. Видишь, как ты уже его уволакиваешь? Именно проникновение должно быть. Отлично. Максим, тебе хорошо? Приятно? Ну что ты, если бы меня расслаблялся, ручки сделай своими кочками. Да. Отлично, музыка.